Привет из Баку. Вам привез заслуженный артист Азербайджанской ССР Муслим Магомаев. Я родился в Баку. Когда мне было 19 лет, я первый раз приехал на гастроли в Москву. И с тех пор я почувствовал, что есть у меня еще один родной город. Не тот, в котором я родился, а в тот город, в котором я побывал. И Москва мне понравилась и полюбилась не только как любимая столица нашей Родины, но как действительно родной город, в котором я впервые выступил. Москвичи, которые тепло принимали меня на концертах. Поэтому сейчас, будучи здесь, я выступаю как представитель моего родного Азербайджана, мне хочется передать от нашей страны искренний привет, южный, солнечный. Солнечный привет Азербайджана всем москвичам. И поздравить их с большим для них праздником, с большой наградой города-героя. Мы все искренне, все азербайджанцы, искренне радуемся дорогому русскому брату и желаем мы всем москвичам всего самого-самого наилучшего в жизни. Son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di aver lontano perché. La mia canzone ora, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non so sarà più. Per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce di manca, la di la nanna d'aro. Occhi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore, mamma, solo per te la mia canzone vuole, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore. Sospira il mio cuore, forse non so usare più, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sospira il mio cuore, forse non so usare più.
la non dirascio mai più. Mamma, mai più.